Всем здорово! 24 июня на стриме Давка нам показали 8 трейлеров к предстоящему Security Breach DLC Ruin. В этом видео я хотел бы разобрать эти 8 трейлеров и постараться обнаружить возможные скрытые пасхалки и прочее. У микрофона Ванька.нет, погнали! Итак, на первом тизере нам показали лобби, которое мы уже видели в уже вышедшем трейлере. Здесь видно, что окна чем-то залеплены, по всей видимости, газетами. И погрузчик. Вообще, в теории он, возможно, был предназначен для того, чтобы после пожара Fazbear Entertainment увели аниматроников из спецоплекса, однако это всего лишь теория. На втором тизере показана локация «Гламурные подарки», а также выключенный ставпод, который, вероятно, мы уже видели в этом же трейлере. Ну и все, тут больше нет ничего интересного. На третьем тизере показана локация «Ресторанный дворик». Здесь мы видим кухню, а также упавшие стеллажи. Пространство выглядит более широко, а значит, стена, скорее всего, разрушена. Также можем видеть разрушенную машину пиццу. На четвертом тизере показана локация «Сувенирный магазин Lucky Stars в детском саду». И похоже, что здесь мы будем повторять тот же геймплей, что и в Security Breach, поскольку там мы тоже уворачиваемся от тенда. Однако теперь они будут ждать нас не только в подвале, но и на поверхности. Здесь мы видим много упавших пластин, а также бочку с радиацией, пушку, которая, по всей видимости, уже давно не работает, и Монти, который, признаться, выглядит поистине устрашающе. Вообще, я рад, что Steelwool подошли к руинам с душой. Все-таки не зря Скотт тогда заявил, что он нас приятно удивит. И то, что добавит в игру то, чего не делал на протяжении нескольких лет. На шестом тизере показана локация «Пекарня кексов Чики». На самом деле, я банально не знаю, что сказать насчет этого тизера, кроме как у Чики что-то желтый плывет. Непонятно. На предпоследнем тизере нам опять показывают локацию «Гольф Монти». Здесь мы можем увидеть упавшую стену, которая, по всей видимости, упала на Монти. Возможно, что именно в этой локации и будет проходить босс-файт с Монти. Также видим, что в центре стоит игровой автомат, который, к моему удивлению, был исправен. Удивительно. На последнем, восьмом тизере показана локация «Ремонт дороги Монти». Здесь, по всей видимости, мы будем чинить дорогу или этот фуникулер. Хочу обратить ваше внимание на то, что это единственная новая локация из 8 тизеров. Итак, нам показали немного. Некоторые из тизеров были более интересны, а некоторые менее. В любом случае, я жду DLC и надеюсь, что она выйдет более мрачной и атмосферной, нежели сама игра. Что ж, а с вами был Диджи, у микрофона Ванька.нет. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и до скорого. Touch the child!